Итак, добрый день. Сегодня вы на моей кухне. Я вам предлагаю рецепт простой. Запечь рыбу в духовке на картофеле. Я взяла килограмм молодого картофеля, поперчила, посолила, смазала форму маслом. Приправу можете класть по своему усмотрению. Что делаю дальше? Духовка у меня разогревается. Дальше я беру лук и раскладываю на картофель. Я беру побольше лука, потому что мы любим. Вы тоже берете по своему усмотрению, по своему вкусу. Подушка из картофеля и лука готова. Теперь сверху выкладываю у меня лосось. Вы можете взять любую красную рыбу. Выкладываю столько кусочков, сколько у вас войдет, или по количеству членов семьи. Вот у меня получилось 4 кусочка. И сверху я раскладываю сыр. Рыбу я не солила и не перчила, потому что сыр, он соленый, такой пряный и это не обязательно. Дальше, чтобы у меня картофель был мягкий, быстрее прожарился, запекся, я выливаю пол стакана молока. И дальше выкладываю, все кладу в духовку на 25-30 минут. А из кусочков рыбы, которые у меня осталось, следующий мой рецепт будет рыбная чорба. Рыбья чорба по-сербски. Итак, ждем нашу рыбу с картофелем. Рыба готова. Сейчас осталось выложить ее на порционные тарелочки. Приятного аппетита! А с вами была Елена. Пока-пока!